I believe in the, in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, you, wicked people are born. Русский брейвик. Дело Дмитрия Виноградова. Шесть смертей, одна любовь. Десять выстрелов, одна любовь. Эко-волонтер Дмитрий Виноградов любил программирование, ненавидел человечество и стал самым известным убийцей сослуживцев, ставший известным как русский брейвик и аптечный стрелок. Дмитрий Виноградов убил шесть коллег и ранил еще одного из охотничьего карабина «Вепрь Молот» в центральном офисе аптечной сети «Ригла» в московском районе Северная Медведково, где до этого проработал юристом четыре года. Причиной убийства стала неразделенная любовь. Талантливый мальчик Дмитрий Виноградов родился 20 августа 1983 года в Москве куда незадолго до этого из Мурманска приехали его родители. Отец Андрей Виноградов – геофизик, кандидат наук. Мать – Елена Константиновна. Дмитрий родился с сильным кислородным голоданием. Врачи диагностировали у новорожденного энцефалопатию в результате родовой травмы, а также смещение позвонков шейного отдела позвоночника – – это обобщающее название невоспалительных заболеваний головного мозга, при которых могут сформироваться стойкие и значительные неврологические, нейропсихологические и психиатрические расстройства. Чаще всего у пациентов с энцефалопатией встречается тревожно-депрессивное расстройство. После длительного курса массажа в поликлинике ребенок смог сделать первые шаги. Вскоре родители вернулись в Мурманск, где Андрей Виноградов, отец, Участвовал в исследовании морского дна в составе экспедиции. Ребенок рос стеснительным и замкнутым, не посещал детский сад. В два года у него был диагностирован аутизм. В четыре года на прогулке Дмитрий получает серьезную черепно-мозговую травму, после чего его долгие годы мучают головные боли. Позже Виноградов будет утверждать, что родители постоянно ссорились. Иногда дело доходило до рукоприкладства. Сын якобы пытался вступиться за мать, но после одной неудачной попытки просто прятался под стол и со страхом наблюдал, как отец избивает маму. Было ли это на самом деле? Елена Виноградова на вопрос об отношениях в семье только тяжело вздыхает и говорит, что самого мальчика никто никогда не трогал. В 1989 году семья Виноградовых окончательно перебралась в Москву и поселилась в квартире на Кантемировской улице, а Дмитрий пошел в первый класс. По воспоминаниям Елены Виноградовой, в первом классе сын не мог отвечать у доски. Стеснялся, путал слова и вообще молчал, рискуя остаться на второй год. По просьбе матери, учитель проверял домашнее задание у мальчика после уроков что привело к улучшению его успеваемости. В средней школе Дмитрий был определен в гуманитарный класс. Подросток с удовольствием посещает секции ушу и тенниса, но остается замкнутым, поддерживая дружеские отношения лишь с некоторыми одноклассниками. Одна из одноклассниц вспоминала, что в школе Дмитрий казался обычным, но очень закрытым. О его личности я толком рассказать не могу потому что он ни с кем из класса не дружил. По словам его классного руководителя, Виноградов был всегда готов к урокам, даже если пропускал их, и писал просто гениальные сочинения. Большая часть из них была посвящена экологии и анализу окружающего мира. В девятом классе Виноградов перешел в школу при Московском государственном экономико-лингвистическом институте. В 2000 году он поступил в Академический правовой университет на базе Института государства и права при Российской академии наук. На третьем курсе учебы Дмитрий перестал посещать занятия. Вместо этого Виноградов ходил в библиотеку. Там он мог заниматься один, без необходимости общаться с однокурсниками. Одновременно он записался на курсы программирования при Московском государственном техническом университете имени Баумана. По совету преподавателей, Дмитрий все же продолжил учебу, но перевелся на заочное отделение. В 2009 году он окончил юридический факультет и получил степень магистра на кафедре гражданско-правовых дисциплин. Работать начал в 2004 году устроившись в ООО «Корус Консалтинг», где отработал три месяца. Вскоре перешел в компанию «Медиарайт» на должность системного администратора. В 2008 году поступил на работу в фармацевтическую компанию «Ригла», группа компаний «Протек», где успешно прошел собеседование, психологическое и юридическое испытание, после чего был назначен помощником юриста. Уже через год Дмитрия повысили до юриста. В его обязанности входило юридическое оформление договоров. По месту работы характеризовался положительно, как тактичный и вежливый человек. В конце января 2008 года Виноградов в качестве волонтера на 12 дней приезжал в лагерь Всемирного фонда дикой природы по помощи птицам, пострадавшим от разлива нефти в Керченском проливе. Мать стрелка, Рассказывала о его любви к природе и животным. Информация о том, что Виноградов был волонтером Всемирного фонда дикой природы ВВФ, появилась в СМИ из-за обнародованных им фотографий, где он оказывал помощь больным птицам после разлива нефти в Керченском заливе. Он отмывал изможденных птиц от нефти, кормил и возвращал их в акваторию. В пресс-службе российского отделения ВВФ подтвердили только то, что Виноградов около двух недель проработал в лагере по спасению птиц. Мать вспоминала. Не знаю, почему в фонде дикой природы так поспешили откреститься от него, но в 2008-2011 годах он перечислял им деньги регулярно. Бутылки в лесу собирал, чтобы пожаров не было. Елочки в машине своей возил сажать. Мотивы. Повседневное поведение Виноградова в течение четырех лет его работы в ООО Ригла не вызывало у его руководства и коллег подозрений в неадекватности. Дмитрий, по свидетельствам сослуживцев, не высказывал никаких радикальных идей и не делился с ними собственными проблемами. В офисе Виноградов познакомился с 26-летней сотрудницей финансового отдела Анной Казниковой, с которой у него некоторое время длились отношения. На момент их знакомства она уже несколько лет состояла в отношениях с мужчиной, который уже рассматривался как ее фактический супруг. Дмитрий же делал казниковые подарки, водил в кино, и Аня охотно пользовалась щедростью кавалера. По словам Виноградова, он предполагал, что любовь взаимна. Анна рассказывала, что ее общение с Виноградовым началось, когда она ехала на работу и встретилась в вагоне метро с замкнутым и малообщительным юристом. Пройдя путь от метро до офиса, они впервые разговорились, после чего начали общаться чаще. Ходили вместе в кино, ездили на природу. Виноградов, по словам Казниковой, красиво ухаживал за ней и даже скупал последние сырники в столовой, чтобы они достались его возлюбленной. Однако серьезных отношений, как уточнила девушка, между молодыми людьми не сложилось. Казникову в юрисконсульте настораживали замкнутость, отсутствие друзей. Также она признавалась в беседах с коллегами, что Виноградов был слишком романтичным для нее, поэтому она не стремилась к длительным отношениям с ним. Роковым в отношениях двух молодых людей стало совместное путешествие в Суздаль. Вместе они отправились в поездку, где между ними впервые произошла близость но Виноградов не смог совершить половой акт от волнения. Нет, Аня не смеялась над ним, но простить ей свою неудачу он уже не смог. После чего, по его словам, их отношения стали холодными, а встречи проходили не так, как хотелось ему. Расстались молодые люди зимой, когда у Виноградова начались приступы агрессии на почве ревности. И ревновал Дмитрий Анну к ее коллеге, Александру Бирюку. Виноградов рассчитывал провести новогодние праздники вместе с Казниковой в Лондоне. Он уже забронировал отель и приобрел авиабилеты. Но возлюбленная сказала, что хочет встречать 2012 год в ресторане на Новом Арбате. А потом просто перестала отвечать на звонки. Когда Казникова перестала выходить на связь, Виноградов послал ей СМС-сообщение. Из показаний Казниковой. 2 января 2012 года мы поехали на каток. Компания из четырех человек. Дмитрий повез нас на своей Тойоте. Мы пошли гулять по городу, заглянули в кафе. Вечером Виноградов довез меня до дома, но подниматься не захотел, и моя сестра вынесла нам в машину пирожки. Попрощались очень душевно. А 3 января мне пришла смска. Я с тобой, сука, никуда не поеду. А затем еще одна: что молчишь, Шалава, он так толком ничего и не объяснил. Потом утверждал, что ему просто стало грустно, просил прощения. Но мы перестали общаться. В канун 8 марта Виноградов отправил мне на электронную почту открытку с извинениями и розу, испачканную кровью. Затем периодически он присылал мне ругательные смс типа «Верни мне мою книгу, тварь». В конце марта Дмитрий ударил меня в столовый кулаком в плечо и сказал «Держись от меня подальше». Этого я не выдержала, распечатала всю нашу переписку и отправила в службу безопасности. Но мне сказали, что он дурак, перебесится, и не стоит обращать на это внимание. Летом 2012 года я попросил у одного знакомого позвонить Виноградову, представиться моим молодым человеком и потребовать прекратить переписку. С тех пор Дмитрий и правда не писал. Любимым фильмом романтического стрелка была трогательная драма австрийского кинорежиссера Михаэля Ханаке «Любовь» об отношениях 18-летней пары. После разрыва с Казниковой Виноградов впал в депрессию. Посоветовавшись с матерью, он посетил Московскую психиатрическую больницу номер один имени Н.А. Алексеева. Ему были назначены три препарата – цитролепс, финлепсин и сердолект. Также ему было рекомендовано пройти терапию в дневном психиатрическом стационаре. После этого Дмитрий еще четыре раза посещал больницу – но врачи так и не убедили его пройти лечение. По словам заведующей отделением социально-демографических и экономических проблем психиатрии НЦПЗ РАМН Татьяны Солохиной, позже Виноградов обращался и к другим специалистам, проходил медицинское обследование. По словам матери, сын жаловался, что из-за приема таблеток не может читать и сосредоточиться на рабочем месте. Он даже отгулы на работе взял на несколько дней, первое время, объясняла Виноградова. Серьезную тревогу у матери вызвала однажды случайно обнаруженная на компьютере сына открытая вкладка с сайтом о самоубийствах. Параллельно с походами к психиатру, Виноградов начал подготовку к расправе над сослуживцами. Из показаний Виноградова. Я решил, что если не получится наладить с ней отношения, то я приду на работу и устрою перестрелку. Я хотел совершить такой поступок, чтобы самоутвердиться, признавался на допросе Виноградов. Я хотел убить как можно больше человек, и чтобы Анна это видела. Оружием он начал интересоваться вскоре после разрыва с Анной Казниковой. В марте 2012 года Виноградов приобрел карабин Вепер-12 молот и ружье Беннели М3 Супер-90. Карабин он купил за 70 тысяч 55 рублей. А через несколько дней, отправился за ружьем, на которое потратил 34 750 рублей. Отдельно от оружия он закупил более 300 патронов. Предварительно Виноградов оформил медицинскую справку в клинике, позволившую ему в феврале получить разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия. Позже в СМИ появилась версия, что справку Дмитрию в клинике оформили за 900 рублей нелегально в обход медицинского обследования. После покупки оружия Виноградов записался в стрелковый клуб в Подольске, постоянно посещал стрельбище. За несколько дней до произошедшего обычно не пьющий Виноградов перестал принимать выписанные ему антидепрессанты и ушел в запой, который продолжался около пяти дней. Позже он скажет, что заранее не собирался стрелять в кого-то конкретно и не планировал дату расстрела – приняв окончательное решение только вечером 6 ноября. 10 выстрелов для коллег. 7 ноября в 4.56 по московскому времени Виноградов выложил на своей странице в социальной сети ВКонтакте документ под названием ⁇ Мой манифест ⁇ в котором объявил о своей ненависти к человечеству. Матери Виноградов сообщил, что взял отгул и едет на стрельбище, упаковав оружие и охотничьи патроны 12-го калибра, для гладкоствольного оружия итальянской фирмы Fiocchi Munizoni, маркировки 1270 в большой рюкзак, он вышел из дома, сел в автомобиль отца, марки Toyota, и поехал на работу. Не доезжая до офиса на Чермянской улице, он припарковался на соседней улице Тихомирова, немного поспал, а затем пешком отправился внутрь здания. В 8.19 Дмитрий миновал пост охраны на входе и неработающую рамку металлоискателя. Коллеге, поинтересовавшемуся причиной такого багажа за плечами, он сказал, что после работы уезжает на отдых. В 8.20 он вошел в туалет, где переоделся в темный камуфляж и жилет разгрузку. В карманах жилета находилось более 230 патронов и большой нож. Также он позвонил Казниковой и убедившись, что она находится на рабочем месте в кабинете номер 400 на четвертом этаже, направился туда. В 9.49 Виноградов, открыто держа оружие в руках, вышел из туалета. На лестнице Виноградов столкнулся с 33-летним Денисом Моисеевым, пришедшим на собеседование по совету жены, работающей в Ригле. Выстрелив Моисееву в голову, он направился дальше. В 9.50 дверь кабинета 400 распахивается. На пороге стоит улыбающийся мужчина в темном камуфляже и с карабином вепре 12 молот на перевес. Доброе утро, коллеги! У сотрудников офиса аптеки Ригла в Северном Медведкове только начался рабочий день. Мгновение назад они услышали глухие громкие хлопки из коридора. И кто-то пошутил. Наше здание сносят. Улыбающийся мужчина начинает стрелять. Сотрудница аптеки Аня кричит. «Дима, не надо!» Выстрелы гремят 18 секунд. Пять человек падают замертво. Трое мужчин и две женщины. После десяти выстрелов у Виноградова закончились патроны. И во время перезарядки его попытались остановить тяжело раненый 29-летний Никита Стрельников, а затем ведущий специалист финансово-экономического отдела Юрий Марченко. Обезвредить стрелка удалось сотрудникам службы безопасности всего предприятия. Сергею Новикову и Владимиру Багдасаряну, подоспевшим на помощь. Виноградова разоружили и связали скотчем, а вскоре передали полиции. В результате стрельбы в кабинете четыре человека, 25-летняя Елена Лапшина, 25-летняя Наталья Плеханова, 42-летний Александр Бирюк и 33-летний Антон Третьяков скончались на месте. 24-летняя Ярослава Сергенюк и Никита Стрельников были госпитализированы в тяжелом состоянии. Последний скончался на следующее утро. В общей сложности 7 ноября Виноградов убил 6 человек. Из них лично он был знаком только с Бирюком. Анна Казникова также находилась в этот момент на месте преступления. На уровне слухов она была убита, по другим находилась в больнице в коме. Позже в Следственном комитете все же сообщили, что Анна Казникова, сотрудница офиса ⁇ Неразделенная любовь ⁇ которая якобы могла быть причиной поведения Виноградова, жива и даже не была ранена. После инцидента стало очевидно, что рамки металлоискателей, стоящие при входе на склады Протека, имеют скорее декоративный характер. Да и охранники, пожалуй, не отличаются профессионализмом. По неофициальным данным, в компании не было даже руководителя который отвечал бы за физическую безопасность сотрудников. Охранниками командовал глава службы экономической безопасности Андрей Федосеев. Его уволили сразу же, через несколько часов после массового убийства, еще до окончания служебной проверки. Мой манифест. Вскоре после произошедшего в средствах массовой информации Виноградова окрестили русским брейвиком. Норвежский террорист – Перед организацией взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии также выложил в сеть свой манифест, состоящий из полутора тысяч страниц, в котором изложил свои идеологические взгляды. Позже Виноградов заявил, что последователем Брейвика не является, поскольку у него с норвежцем были разные мотивы. А свой манифест который по состоянию на 8 ноября 2012 года собрал более 5 тысяч, а к 27 декабря более 30 тысяч отметок мне нравится, назвал глупостью. По состоянию на утро 7 ноября у Виноградова в соцсетях было 5 виртуальных друзей. Поскольку у него самого надписи на стене запрещены, возмущенная общественность ринулась на их странице. К вечеру у Виноградова остался только один друг похоже, попросту давно забывший, что у него есть страница ВКонтакте. Казникова свою страницу удалила. Суд предсмертной запиской это не счел и квалифицировал его действия как призывы к экстремистской деятельности. В документе, который Виноградов озаглавил «Мой манифест», он называет людей генетическим мусором и человеческим компостом. В начале манифеста Дмитрий Виноградов характеризует себя как интеллигентного человека, способного непредвзято и с холодным рассудком оценивать происходящее. Он считает, что человечество идет к гибели, а возможности для роста его популяции уже исчерпаны. Единственным лекарством от этого апокалипсиса молодой человек считает узаконенное массовое убийство, то есть войны. 12 ноября Московская городская прокуратура по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к странице Дмитрия Виноградова в сети ВКонтакте. Поводом для принятия мер прокурорского реагирования послужило размещение Виноградовым его манифеста, который позже был приобщен к уголовному делу, а также ряда фотографий, в частности изображение мишени и негритенка с ружьем, подписанное слоганом «End Racism» – «Kill Everyone» – «Покончи с расизмом» – «Убей всех». Экспертами было проведено психолого-лингвистическое исследование текста манифеста, в результате которого было установлено «Содержащиеся в тексте призывы направлены на массовое уничтожение человечества и оправдание таких действий» то есть являются призывами к терроризму. Расследование. 8 ноября 2012 года Виноградов был доставлен в Бабушкинский районный суд Москвы. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом А, части 2, статьи 105, умышленное убийство двух и более лиц и частью 3, статьи 30, покушение на убийство двух и более лиц. Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении стрелка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Сам Виноградов в суде заявил, что раскаивается и приносит соболезнования родным и близким своих жертв. При этом он добавил, что если бы его не остановили, он бы продолжал убивать, а затем застрелился бы. Психиатрам предстояло выяснить степень вменяемости Виноградова ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В феврале 2013 года было обнародовано заключение специалистов Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени ВП Сербского. Было установлено, что на момент совершения преступления стрелок страдал шизотипическим расстройством личности, которое ограничивало его способность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и руководить ими. Однако этот факт не исключает его вменяемости. 6 февраля 2013 года Бабушкинский суд продлил Виноградову срок ареста еще на два месяца. Стрелок не возразил против такого решения, но попросил перевести из сезона номер два «Бутырка» в сезон номер четыре, поскольку там есть психиатрическая больница. Ранее Виноградов был госпитализирован туда с диагнозом дистемия. Следствие предоставило суду справку из СИЗО номер 4, согласно которой он может содержаться в следственном изоляторе. А состояние его здоровья удовлетворительное. Обвинение согласилось с этими доводами. Выслушав доводы сторон, суд отказался перевести Виноградова в другой следственный изолятор. 22 апреля 2013 года Виноградову было предъявлено окончательное обвинение. К уже присутствующим пунктам было добавлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 280 Уголовного кодекса. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Приговорил Виноградова Дмитрия Андреевича признать виновным по пункту А, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде пожизненного лишения свободы. 30 апреля 2013 года Останкинский районный суд Москвы в полном объеме удовлетворил требования прокурора Северно-Восточного административного округа о признании данной интернет-страницы с размещенной на ней публикацией «Экстремистской». Она была внесена в федеральный список экстремистских материалов, а доступ к ней был заблокирован. 24 июля дело поступило в Московский городской суд. Суд. 5 августа 2013 года в Мосгорсуде в закрытом режиме прошли предварительные слушания по делу Виноградова. Стрелок заявил ходатайство о рассмотрении дела профессиональным судьей, а не коллегией присяжных заседателей. 4 августа началось рассмотрение дела по существу. 15 августа во время допроса Анны Казниковой, выступившей в качестве свидетеля, Виноградов начал вести себя неадекватно. Бить кулаками по пульне пробиваемым стеклам клетки аквариума, в которой во время судебных заседаний содержатся обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. А потом обратился к конвою с просьбой застрелить его. Причиной такой реакции со стороны Виноградова послужили вопросы личного характера, которые его адвокат начал задавать Казниковой. Судье удалось успокоить обвиняемого. После чего тот задал казниковый вопрос, хочет ли она, чтобы его расстреляли. Свидетель ответила отрицательно. А судья пояснил Виноградову, что смертная казнь в России не применяется с 1997 года. Также суд допросил получившую ранение в ходе стрельбы Ярославу Сергенюк и Юрия Марченко, обезвредившего стрелка. 27 августа родственники двух убитых виноградовым работников офиса – Потребовали от него компенсации морального вреда в размере 3,5 миллионов рублей. Суд также допросил охранников, принимавших участие в задержании Виноградова. В ходе допроса одного из свидетелей стало известно, что работникам офиса показался подозрительно большим рюкзак Виноградова, но он успокоил их, сказав, что сразу после работы собирается ехать в Карпаты на отдых. 3 сентября сумма денежных исков предъявленных родственниками жертв Виноградова выросла до 5 миллионов рублей. Также в этот день в суде выступила мать убийцы, которая попросила суд о не слишком строгом наказании для сына, поскольку он обладает плохим физическим здоровьем и замкнутым характером, страдая от психологических проблем. 5 сентября сторона обвинения потребовала суд приговорить Виноградова к пожизненному заключению. В колонии особого режима с периодическим посещением психиатра по месту отбывания наказания. С обвинительной речью выступил прокурор Москвы Сергей Куднеев. По его словам, вина, которую стрелок сам признал, полностью доказана, и у суда нет смягчающих обстоятельств для вынесения иного приговора. Потерпевшие поддержали мнение прокурора о необходимости пожизненного заключения но выразили сожаление о невозможности приговорить его к смертной казни. В конце заседания Виноградову предоставили последнее слово. Я не хотел убивать никого. Манифест не хотел писать в таком виде. Какое может быть самоутверждение? Я сам хотел застрелиться. Могу сказать: не берите с меня пример. Хочу спросить прощения. Просер, ты почему пошли на этот шаг? Какая Я увидел другого выхода. откуда? из жизни. Приговор. 9 сентября 2013 года состоялось последнее заседание по делу Виноградова. Он был признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к пожизненному лишению свободы с принудительным лечением у психиатра по месту отбывания наказания. Защита обжаловала приговор, полагая его необоснованным и утверждая, что Виноградов страдает более тяжелыми психическими заболеваниями, чем те, которые были выявлены в ходе судебно-психиатрической экспертизы. И в момент совершения указанных деяний находился в невменяемом состоянии. Доводы обжалования были опровергнуты представителем Генеральной прокуратуры, а 28 ноября 2013 года судебная коллегия – по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации оставила обращение без удовлетворения. Судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров приговорил Виноградова к пожизненному заключению в колонии особого режима, указав, что там он должен пройти лечение у психиатра. Кроме того, он удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с него 10 миллионов рублей. По статье УК РФ «Призыв к экстремистской деятельности» За размещенный в соцсетях манифест Виноградов оштрафован также на 300 тысяч рублей. В октябре 2013 года, в промежутке между вынесением приговора и его утверждением Верховным судом, в СМИ появилась версия о предполагаемом убийстве Виноградовым на берегу Аки двух рыбаков из арбалета летом 2009 года с целью мести за уничтожение ими природы. По сообщениям сокамерников Виноградова, тот якобы рассказал о желании написать книгу о вреде человечества для природы, расширенную версию прежнего манифеста, начать которую планировал с описания своих первых убийств. Сам Виноградов пояснил журналисту через адвоката, что ничего подобного в заключении не рассказывал и никогда не был на берегу Аки. Генеральная прокуратура начала проверку дела, по которому ранее на 19 лет и 6 месяцев был осужден москвич Сергей Дуденко. В январе 2014 года в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Калужской области сообщили, что в ходе проверки установлена непричастность Виноградова к этим убийствам. Станция конечная. Лебединая. После утверждения приговора Верховным судом, Виноградов был этапирован в исправительную колонию особого режима для пожизненно заключенных в Соликамске известную как «Белый лебедь». В 2014 году пермские правозащитники посетили Дмитрия Виноградова в «Белом лебеде» и выяснили, как живется в одной из самых строжайших колоний России. Об этом рассказал директор Пермского регионального правозащитного центра Сергей Исаев. В Пермский край Дмитрий Виноградов прибыл в начале февраля 2014 года. Его отправили в Пермское СИЗО номер один, где он вскоре был подвергнут дисциплинарному взысканию и помещен в штрафной изолятор на несколько суток за то, что прилег в течение дня. Там его и встретили правозащитники первый раз. Он пожаловался на то, что в камере слишком холодно. Однако проверка установила, что температура соответствовала нормативам. Вскоре стрелка перевезли в колонию особого режима Белый лебедь. После публикации в СМИ, с правозащитниками связалась мать русского Брейвика, которая попросила наблюдателей ОНК проконтролировать, чтобы в отношении ее сына не нарушались права. Сергей Исаев рассказывал, У Дмитрия Виноградова имеются определенные заболевания, в том числе и психического характера. Когда его привезли в колонию, у него изъяли все лекарства, которые он приобретал за собственные средства. В заключении Виноградов увлекся чтением художественной и научно-популярной литературы, в частности, трудами английского астрофизика Стивена Хокинга. Также он оформил ежемесячные подписки на журналы The New Times, Дилетант и В мире науки. Сергей Исаев рассказывает. Чувствует он себя неплохо. Проблем, похоже, у него нет. По крайней мере, он о них не говорит. С сокамерниками общается мало – у них все-таки свой стиль общения. По словам юриста, Виноградову было некомфортно находиться в камере, в которой помимо него проживают еще двое заключенных. Представитель ОНК отметил, что правозащитникам не удалось полноценно поговорить с медиком учреждения из-за острой нехватки времени. По словам Исаева, условия содержания на белом лебеде намного жестче, чем в других зонах. Осужденные находятся в информационной блокаде. Телевизор включают на 40 минут в день. Электрическое питание включается три раза в день, в сумме меньше, чем на три часа. Помывка – 15 минут раз в неделю. В прошлом месяце стало известно, что Дмитрий Виноградов направил множество прошений во все инстанции, подчеркивая, что не помнит, как расстреливал людей и не собирается повторять это впредь. Правозащитники полагают, что шансов попасть на СВО у Виноградова немного. До сих пор подобных прецедентов среди приговоренных к пожизненному заключению не было, хотя аналогичные просьбы поступают от них постоянно. Эта история страшна тем, что вокруг никто даже не подозревал, что их коллега способен на такие зверства. Дорогие гости и подписчики канала, как вы считаете? как Виноградов смог пройти психологическую оценку при приеме на работу, и никто даже не заподозрил, что человек психически нездоров. Можно ли было предотвратить эту трагедию? Ведь психиатр, мать и коллега знали о намерении Дмитрия Виноградова. Если вы хотите, чтобы на нашем канале прозвучали истории, которые могут быть вам интересны, пишите об этом в комментариях.